25 апреля в Благое начался ремонт городских дорог. О том, какие участки планируется отремонтировать в ближайшее время, нам рассказал заместитель главы администрации муниципального образования Благовский район Виктор Муравьев. С сегодняшнего дня начинается ремонт наших благовских дорог, ожидаемый нашими жителями города Благое. Ремонт будет производить подрядная организация, которая строит трассу М-11 скоростную. Ремонт будет проходить от заправки, от въезда в наш город и до стадиона нашего, который находится на улице Дзержинского. Работы будут производить не ямочным ремонтом, а будут производиться ямочным и ремонтом, где требуется выбирать полностью полотно. Значит, к сожалению, наш МУП-Дорсервис не может произвести эти работы. Мы вынуждены будем за городские деньги привлекать посторонние организации, то есть специализированную организацию дорожников. Мы постараемся этот ремонт сделать до 7 числа, чтобы к празднику, к 9 мая, дорога была уже в хорошем состоянии, и демонстрация, парад прошел на высшем уровне, так будем говорить.